Универсалы бывают очень разными, в том числе и по цене. Например, начальная цена вот этой дачи Логан — 7 тысяч фунтов. Эта модель стоит 11. А на другой чаше весов у нас Mercedes E63 AMG S Universal. Начальная цена — 90 тысяч фунтов, а эта модель стоит где-то 110 тысяч. То есть в 10 раз дороже дачи. И что же мы с ними сделаем? Мы проведем серию испытаний этих универсалов, чтобы проверить, достаточно ли сильно выигрывает Mercedes в плане комфорта и производительности, чтобы оправдать такую большую разницу в стоимости. Итак, начнем с заезда на четверть мили с места. Это очень важный тест для универсалов. Представьте, что вам нужно успеть на свалку до закрытия, у вас багажник завален всяким барахлом, успеете ли вы от него избавиться или нет? Кто знает? Сейчас выясним. У меня 90 лошадиных сил. У него 610. Ох, начал хорошо, но без толку. Тут тахометра нет, отсечки, просто циферки и все. Ух, неохотно набирает ход. Какой-то странный шум от автомобиля. Так, вот и все, проехали четверть мили. Даже не вижу Мерседес. Мерседес проехал четверть мили с места за 11,2 секунды. Дача за 18 секунд. Так что 1-0 в пользу Мерса. Попробуем уравнять шансы другим испытаниям. Теперь я стою у финишной черты участка в четверть мили. Дача стоит на старте, он проедет четверть мили, и как только он проедет финиш, я тронусь и посмотрим, сколько времени у меня уйдет на то, чтобы его догнать. Самое важное, успею ли я его нагнать за меньшее время, чем он проезжает четверть мили. Проверим. Ну что, начинаем. Подъезжает. Готовлю стартовать. Отпускаем тормоз, погнали! Ну давай, Мерс! Смогу ли вовремя его догнать? Ну же! Не знаю, с какой скоростью он едет. Давай! Надеюсь, успеть! Успеть! Догнал! Итак, Мерседес в легкую заработал 2 очка. Теперь я пересяду за руль дачи и проверю, сможет ли она отыграться. Сейчас я посмотрю, насколько я смогу разогнаться на даче с места за 20 секунд ровно. О да, пробуксовочка! Ну же! Дизельный движочек! Ух, как быстро едем! А страшно! А еще я Патридж. 130! Стоп! Не успел сказать 130, а уже остановили. Разогнался скорее где-то до 125. 125 км в час дачи. Так, теперь провернем все то же самое с Мерседесом. Разгонюсь по максимуму, у меня будет 20 секунд, и посмотрим, сможет ли максимальная скорость Мерседеса превзойти дачу в 2 раза. Итак, поехали. «160? Давай, Мерседес, ну что же ты?» «225? Время поджимает!» «260? Вот и все, примерно 265 км в час!» Что ж, 3-0 в пользу Мерседеса. Для следующего испытания я пересяду в дачу, сейчас она может победить за счет меньшей массы. Так, устроим проверку торможения. Со 110 км в час. Когда проедем конус, резко тормозим до полной остановки. Я в даче, ее масса 1,1 тонны. У Марса масса 2 тонны. Ну что, начинаем? Вот и... конус! Ну же, дача, ты же легче! Легче, на тормоза у тебя фигови, это точно. Не знаю, что там АБС, что-то сильно подымили резиной. Да, вот это наглядно. Расстояние почти в целый корпус автомобиля, господи боже. Итак, 4-0 в пользу Мерседеса. Сможет ли дача не опозориться хотя бы в последнем испытании, на уровень комфорта? Уж с ним-то в неспортивном авто точно должно быть получше, так ведь? Я на заднем сиденье дачи Логан, мы едем со скоростью 110 км в час. У меня на телефоне включен виброметр, положу его сюда, запущу и посмотрим на результат. Подвеска довольно мягкая, авто должно неплохо проходить всякие неровности, которых на этой полосе хватает, я их прямо вижу. Так, сейчас я эту штуку приостановлю.
Она показывает среднее значение 5. Пятерка. То есть как будто подвешенный предмет умеренно раскачивается. Сейчас едем 110 в Мерседесе E63. Пневмоподвеска в комфортном режиме. Так. Запускаем наш виброметр, кладем сюда. Интересненько. Достаточно. У Мерседеса среднее значение 4,6. Чуть лучше, чем удачи, но мне кажется, моральная победа все же за дачей, учитывая ее дешевизну и не такую уж и разительную разницу-то. И по итогу счет 4-1. Победа за Мерседесом. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, делитесь с друзьями и подписывайтесь на канал. Не забудьте включить уведомления, чтобы не пропустить наши новые видео. Также можете посмотреть любой из предложенных выпусков.